я еще хотела вот это посмотреть, визитку, визитку Славы Копейкина. Мне вот это интересно, вам как... Тут минута всего. Это Турбо. Бля, он пиздец на КПСС похож. Давайте чекнем по-быстрому и пойдем. Там прикольно? Давайте посмотрим, что там. Он вообще, у него лицо крутое такое прям, типа, для вот именно для, для актера. Меня зовут Слава Копейкин, мне 25 лет. Спасибо за донат. Я артист, блин. Я учился в ГИТИС у Меньшикова, Олега Евгеньевича. Нет. Я работаю в театре РАМТ и снимаюсь в кино. Когда ты владеешь профессией, ты можешь, даже будучи в кадре, будучи в какой-то эмоции и прочее, все равно ща-ща. Мыслить. Сейчас почитаю. Понимать, что здесь свет, здесь тот и так далее. То есть тебя не... Козявит его, козявит жестко. Ты не собьет. Ты видишь партнера, громче? Ты понимаешь, что, что вокруг тебя происходит. У тебя очень сильное сконцентрированное внимание. Ты понимаешь, что в любой момент может произойти все, что угодно, и ты на это реагируешь здраво. И понимаешь, как вывернуть это, и, то есть можешь импровизировать, если что-то идет не так. Как же его плющит? Так. В любом случае, в этом профессия артиста, чтобы, несмотря на игру, ты мог еще и мыслить. Мне кажется, очень важно, чтобы актер был мыслящим и здравомыслящим. Вау, его улыбка такая криповая. Ну, типа... Очень важно, чтобы актер был мыслящим и здравомыслящим. Еба, прям, охуеть. Я люблю свою профессию. Но это не какие-то громкие слова, что я... Я люблю театр, я люблю свою профессию. Этого они пишут. Нет, я правда. Нормально. Кайф. Даже если минута 20, все равно нормально. Информативно. Ну,